Может, получится не выехать? Служб нету. Вот уже три дня не можем выехать, пурга дует. Где-то в Тихом океане тонут корабли. Не, что там. Быть добру, вам быть легкой добры. Дороги, по любасу. Спасибо. Спасибо. Еще звоните. А лучше пишите. Первая зимняя лунка на верхний майнец. Будешь, мальчик, плохо работать, будешь получать подзатыльник. Арбайтер! И пытаться достать рыбу со дна. Хотя директор стадиона по-прежнему продолжает говорить, что рыбы здесь нет. Пойдем по шабалинским точкам. Одна там, одна здесь. Пошли засверливаться. По космическим точкам. Давай, Санечка. На старом месте забуривается, где ловилось вообще как из пулемета. Все попали в метр. Все проверим. Давай копай. Да копать это не ловить, согласен. Ноу-хау. Три номера. Один наводящий, второй копающий, третий сверлящий. Тупой еще тупее. И давай, тупой еще тупее давай, тупого. Давай, мой хороший. Третий номер, не отставай. Не трать наше время. Ой-ой-ой. Давай, нам еще о России думать. Хорошо.
хорошая блесеночка была. Ну и запомнили, да, как я обещал, так и было. Не да, Александр Анатольевич, кстати. Я таких выпускаю. Ну что, пацанчик, я от нуля, ты ушел сегодня все-таки. Одного гольчика-то поймал. То есть необмытый первый гольчик. Ты себя в долги вогнал, Алексей. Не будет удачи-то, она отвернется от вас. Так что вы пока-то прибейте удочку к стенке, да подходите. Красавчик, деду, давай. Вот так вот там. Это хороший парень. Два с половиной килограмма. Полтора. А? Полтора. Нет, два с половиной. Почему это? Ну не знаю, у меня почти полный налилась. Не, ну я так же. Слеза. Ну что, тебе полегче поздоровье, если не так? Ну да, хорошо, накрыл. Александр Владимирович, голубчик, может начнем с деликатеса? Как-то вот там икра и печеночка? Чтобы дожить до всего остального. А то деликатесов не дотянем. Заснем. Глаз-то закатывается. Деликатесом, думаю, будет галечек на сегодня. Но икра, конечно, ну, это экспериментальный все-таки вариант. Глаза опухают от солнца. Солнце очень активно. Оно вроде как в облаках. Но глаза слепят невыносимо. Я еще сегодня с дури забыл очки. Поэтому сижу сейчас как крот. То ли вижу, то ли не вижу. Но вроде вижу, но глаза слепаются. Вот, значит, рыбка свежая, даже не укоживается. Печка истоплена, вещи сушатся. Бальдеем! День в зачет пошел. Алексей, хочу за вас на самом деле выпить. Да. Благодаря вам у нас будут эти моменты, которые мы прожили все вместе. Будем смотреть и плакать. Вспоминать. Ну и плакать. Согласен. Не повторяется такое никогда. Телевизор — это же окно в мир. А мы все время стоим и плачем у окна. Леш, за вас. Там и теплее в хате. Всем добрым утром. Сегодня второй день на озере, на Высокогорном. Вчера была отличная погода, все звенело, было солнце, тепло, видимость была вообще отменной. Сегодня все затянуло утром, хотя ночью еще были звезды, было северное сияние, и вообще была красота. Жрать. Что они здесь могут найти? Вот и идут куда-то. По следу волка идем. Пытаемся. Даже не одного, а двух пара прошла. В таких горах первый раз обнаружено такое явление, как волк.
ниже. Обычно за дикарем они. А тут что-то прям как-то удивительно. Сейчас лыж съедет. Ну как только у него морду чуть-чуть ставим, он поедет. Сейчас, вот это еще чуть-чуть. А в добрый путь, земля, прощай! Да, наш шары залили. Упал. Охота на волков — дело такое, по горам нападаешься не один раз. Можно и шею сломать, если плохо думать. Это ведь прошел, но прошел давно. Давно, да. Поедем искать рыбу на дальний кордон. Здесь рыбы нет. Ну вот некоторые, с утра выпившие рюмку, оказались правы. Утренняя рюмка не то чтобы вредна, а полезна. Она позволяет уйти от нуля. Как-то так. Супер! Алексей Николаевич, вот третью не поймаешь, пока не выпьешь. Красавчик. Я тоже ничего. Нет, наоборот, вот он. А, сейчас убежит, понимаешь? Блин. Ушел? Не, вон он плавает. И как же тебя теперь поймать? Вот как мы его. Отличный результат, Леха. А у меня вот не берет. Пойду. Вот он. Небольшой гольчик. Отличный результат. Отличный. Сейчас подведем, сейчас можешь попасть, Лёх. Да я уже, знаешь, сколько раз так подводил, да. Отпустить. Сколько? Да, задача его за голову забагрить. А не голова, я. Да. Глаза нет. Какие сделал там кадры, вы охренеете. Васильич, ты бы заводил свою колымагу и ехал спасать вчерашнюю рыбу. Лиса и два ворона, знаешь, как ее шпилить, увидеть только в путь. Лиса схватила налима и потащила, я это увидел. А сдали ее два ворона. Штабилируем.
Я подумал, девяточка, но я, как обычно, сначала увеличиваю, а потом у меня руки уменьшают, как это, размер. Но, думаю, килограмм 6 есть, сейчас взвесим. Да ладно, какая девяточка? 9 нету. Килограмм 6-7. 4 килограмма по итогу всего. Ну, по крайней мере, вот на этих раполовских весах. Ну, можно его чуть-чуть еще так. Ну да, так-то вот он вот такой. И вот такой вот. Такая вот налимская. Ну, дай на руку-то потрогать. А? Ну, так, потрогать на руку, дай. Да ну, фиг узнает. Хвост длинный. На. Ну, есть шанс, что сейчас увидим вставших медведей. Поэтому одел более длиннофокусный объектив, дабы сделать хорошие фотографии. Пописать и снова побежал. Моя, похоже, решила утопиться. Смотри, спортсменка развернулась, на круг заходит. Ой-ой-ой-ой-ой! Мало парню для счастья, понимаешь? Раз и пробило на хики. Саня, я тебе уже говорил не раз. Завидуешь? Я хочу тебя догнать, да. Фух, хорошо посмеялся. Ехали, наконец приехали к открытой воде. Придется разворачиваться. Полезем наверх, здесь не объедешь. Вдоль берега уже, если только по воде. Ну что-то даже переизбыток снега, снег сходил, вон видишь, с хребтиков по щелям. Не могу сказать, что это лавины, но снег сходил. Высокой степени вероятности, что вот этот вот прошедший медведь, видимо, либо вчера, видимо, вот эти вот теплые пурги, которые были, они подмачивают все же или подмочили многие берлоги. То есть, ну, все же теплая пурга, которая была там 4 дня, и однозначно много сейчас будет вставать. Не все, но многие встанут и будут вот так же перемещаться. Если увидим хорошего экземпляра, бумаг у нас вполне достаточно, то, может быть, даже и стрельнем. Саня, а что думаешь по следу? Какой это размер? По следу? Ну, такой средний, где-то 20-22 сантиметра передняя мозоль, вполне достойный медведь. Вот, ну, посмотреть. На самом деле, можно? Среднешаговище, да? Ну, это в меньшей степени. Ну, типа в развалочку идет. Восьмерки крутится. Ну а где он будет? Вот повыше, наверное, все-таки, да? Вот на тех. Совершенно не факт, Саня. Он будет, скорее всего, в затишке, в безветрии. Где будет очень хорошие так называемые солнечные ванны, солнечные линзы. Ну, то есть, условно, и там ему будет очень комфортно. А, медведь достойный. Недостойный, а просто охеренный. Вон пошел. Если стрелять, то и целая песня. Но медведь более чем достойный. Фактически. Вон он идет, оглядываясь налево, что сделает еще. Опять высунулся? Не, ну вот он торчит спина. Вот он идет еле-еле. Влево за кустами. Вон, видишь, в профиль сейчас. Левая лопатка, сердце к нам. Кстати, знаешь, дистанция какая? Ну, тут прилично. 600 метров, наверное.
Да, больше километра, то есть он вообще огромный. Он просто огромный, парни. Уши по сравнению с головой вообще минимальны. То есть там такая далеко за двушку туша. Один из методов и способов определения габаритов медведя, когда ты не видел следа там или еще чего-то, не видишь тушу, то есть смотришь на его голову, и чем меньше уши на голове, тем больше голова, соответственно, в размерах. То есть достойный трофей. А если уши торчат лопухами, то это такой, ну, шибзик, ребенок малый. Вот. Как это, думали, решали трофейность медведя? Решение принимали, он уже зачесал в гору. Надо было сразу, пока его видели, принимать решение, подъезжать. А мы что-то там, фотоаппаратура, киноаппаратура. Поснимаем, подумаем. Ну, результат ушел в гору. Медведь был очень трофейный, по факту. Очень хороший. Широкий. Лапы уже ставил не так, а вот так. Ну что, Агап, чем больше уж, тем больше медведь? Не, наоборот. Наоборот? Нет, не догнали. Ну, в общем-то, долго принимали решение, надо, не надо. Ну и, естественно, догнать тоже не так просто. Там склон, склоны в кедраче, в слайнике. И, в общем, непросто. Снегоход валится, туда идти непросто. Здесь, конечно, надо, как Леха, поступать. Поменьше думать и газу побольше. Ну да. Да не, в принципе, если как бы на медведя стрелять, медведь? Надо было сразу, пока он в кустах был, ломиться туда, блин. Потому конечно. Что видно, а? Конечно. Потому что видно, что он активизировался, и все, он уже настеганный был, а мы еще там поддали ему, и он попер вообще. Офигенный медведь был. А? Офигенный медведь был. Прям реально хороший. Прекрасно, что мы его не стрельнули, на самом деле. Это практически первый день. Погода прекраснейшая. Открылись перспективы, видно. Тут есть некоторые места, куда мы вообще никогда не попадали. Ну, стрельнули мы бы его, и была бы рутина, по сути. Бери больше, кидай дальше. Пока летит, отдыхает. Ну, все в крови, в соплях. Медведи все стреляли. Да, этот хороший экземпляр. Ну, посмотреть, как вот он чесанул от нас. Тут еще здоровье столько надо иметь. Есть, конечно, и плюсы, что жопа не вытерта. То есть такой он стал совсем недавно. Но не жалко абсолютно. День жалко терять вот такой вот. То есть летишь, ждешь погоду, а погоды нет. Не забывайте про чай. Холодный, Александр. Давайте выпьем за сегодняшний день. С удовольствием. Таких дней в жизни немного бывает, наверное. Дай бы, чтобы их было побольше.